О, да, конечно, можно. Я как-то проводил лекцию, это был Новороссийск. Да, в Новороссийске как-то было это. Лекция была для людей по объявлению. В этом объявлении написали про меня, что я в том числе и художник. Ну, там написали философ, там востоковед, там что-то еще, и тоже художник написали, чтобы привлечь как-то людей. Ну, люди пришли, лекция прошла, как обычно. Я заметил одну бабушку, новую, совершенно новый человек пришел, который раньше никогда не ходил на лекции, говорят. Она была вот впервые. И пришла именно вот по объявлению, что художник будет давать лекцию. Она спокойно выслушала всю лекцию, ни одного вопроса у нее не было. Терпеливо, так, благопристойно. А в конце подошла ко мне с папкой фотографий, рисунков. Говорит, вы же, говорит, художник. Я вам хочу показать свои работы. Вот я поэтому пришла к вам на лекцию. Такая была бабушка. Причем она была такая, знаете, как ребенок. Простая, веселая. Ну как, знаете, ну как, чистая, что ли, да? Такая радостная, жизнерадостная была. Ей было тогда где-то 65, что ли, или 63 года. Не знаю, жива ли она сейчас. И она мне показывала свои работы. А что это за работа, фотография? Это она разрисовала все заборы, там, где она живет в частном доме, стены, внутри и снаружи, обычными вот красками, там вот, знаете, для мебели краски, там вот подоконник покрасить, полы покрасить, там какие-то краски у нее там были, на щеки-то купила. И она стала вот рисовать. В 60 лет начала рисовать. Ну, вот это меня удивило, причем я посмотрел, искусство на высоком уровне, оно такое примитивное, да, но стиль. Есть стиль, есть цвет, есть вкус, ну, все, художник. Перед вами художник. То есть можно выставлять работы, они интересные. Я спросил, а почему начали рисовать в 60 лет, что не раньше? Говорит, а я никогда не думал, что я буду рисовать и что художником. Я, говорит, болела. Я, говорит, безнадежно болел, у меня были многие неизлечимые болезни. Вот он мне рассказал про себя. Вот, что надежды никакой не было, и, собственно, я была уже приговорена, говорит, болеть, вот, и угасать, и страдать, и умирать, ну, все на свете. И я, говорит, не знаю, мне захотелось жить просто, и вот это вот желание жизни выразилось в том, что я вдруг взяла краску какую-то там, которую красила когда-то, заборы, и стала рисовать на этих заборах. Вот, говорит, что получилось. Сегодня, говорит, ко мне приходят художники, снимают эти картинки там. Со мной многие люди общаются. Я, говорит, уже известный в городе. Говорит, болезни ушли. И так перестала болеть. Я стала радоваться жизни, видеть красоту и перестала болеть. Я вам скажу честно, многим не хватает этого вдохновения жить. Многим людям. Когда нет вдохновения жить, когда приходит скорбь, приходят и болезни. И красота человеческая уходит тоже. Приходит болезнь. Это написано в Махабхарате. Нам нужна радость жизни. Это тоже здоровье, на самом деле. Это главное здоровье. Здоровье, которое есть у нас в уме. Если ум здоровый, то тело также будет более здоровым.